Друзья, приветствую вас на своем канале Цветочная фея Екатерина. И сегодня я хочу вам показать пересадочку своей одной орхидейки, которая уже назрела. И пересаживать я ее буду из вот такой вот вазочки. Вот в такую же вазочку, только более высокую. Для чего? Для того, чтобы мне нужно собрать вот эти вот красивые ее ушки в кучку, потому что она у меня не помещается на подоконнике. Вот. А так как сейчас зима и какие-то будут у меня добавления на подоконник, ну, в общем, даже не в этом дело, а потому что нужно ее как-то приструнить. Вот. Это у меня банка для сыпучих продуктов высотой, объемом на 1,5 литра, высотой 20, по-моему, 25 сантиметров. А вот это 20. Ну, вот это даже поменьше получается. Или 22. Ну, в общем, повыше она. И я надеюсь, что у меня глубже уйдет туда орхидейка и чуть-чуть подсоберутся ее листики. Так, ну давайте пробовать. Я пока не знаю, получится ли. В плане того, что пересадка-то понятно, что получится. Получится ли вот эти лопухи ее собрать. Потому что больше мне нравится, как собирают вазы более широкого плана. Сейчас я вам покажу, кстати. Так, она, конечно, плохо входит в кадр. Вот эта девчонка у меня стоит вот в такой вазе. Она еще слегка повыше. Ну, слегка, прям на 4 сантиметра, наверное. Ну, 3 точно. Вот. И за счет того, что у нее чуть шире вот это горлышко, очень хорошо собирать. То есть мне нужно, чтобы была вот такая вот история. Понимаете, да, как бы разницу вот этих лопушков и вот так вот она собранная. Так. А баночка у меня вот такая вот тоже есть. И вот эта девчонка была вот пересажена в такую баночку. Вот. Так что будем сейчас смотреть, как у нас получится. Оставлю для красоты эту красоту. Такой каламбурчик. Пускай стоят, украшают собой наш цветочный мир. Так, ну что, поехали? Так. Должно на самом деле быть все просто. Это, кстати, орхидейка у меня из моих реанимашек. Можете посмотреть про них видео. Так. Так. Потихоньку, полегоньку. Полегоньку. Потихоньку. Отлично. Как говорится, все входит и выходит. Так, посмотрим, что тут у нас с корешками старенькими. Мох у нее здесь слегка влажный, но не сильно. Я ее не поливала специально. Так, почистим ей корешочки чуть-чуть. Немножко есть тут, что почистить. Убираем вот верхний вот этот пропавший веломен. Но оставляю вот такие вот чижи. Так, это для тех, кто новички, кто не знает, что у орхидеечек есть чижи. И они, эти чижи, еще, возможно, будут работать. Возможно, нет. Есть пересушенные чижи, они уже не работают. Ну, пускай пока будут. А там в любом случае их можно всегда отрезать. А почему убираю вот этот старый, отсохший веломен? Потому что он будет в посадке. Сейчас тем более зима близко. Будет повышенная как бы влажность такая, прохладно. И
и он будет загнивать. То есть лишний как бы... так, как это слово-то называется? Опасность. В общем, не помню я, друзья. Ковид не прошел для меня даром. Так. Риск. О, вспомнила слово. Иногда надо помолчать, чтобы что-то сказать. Так. Корешки поубирала. Вот здесь вот сухой корень. Ну, вряд ли он что-то такого даст нам. Поэтому я его срезаю. Он скорее тоже будет уже гнить, чем что-то. Давайте еще вот тут корешочек. Старенький. Не нужен он нам. Куда-то улетел. Старые вот листики. Убираем их аккуратненько для той же цели, чтобы они нам не плодили лишнюю бактериальную среду. Вот еще какой-то сухой. Он какой-то полусухой. До конца не буду его убирать. Да, хотя можно убрать. Она в такой системе. Смотрите, как красиво наращивает корешки. Очень нравится им в таких баночках. Поэтому нарастит новые. Еще что-то у нас. Ладно. Пока поубираю, чтобы посмотреть, что у нас тут ближе к шейке происходит. Вот, как живое тут что-то. Да нет, было живое, но не сильно-то. Так. Тоже сухой. Иногда бывает, что вот эти сухие, полусухие такие корешки, думаешь, они уже мертвые, а они раз и начинают выпускать почечку с новым корнем. Сам он не живет, но с новым корешком выпускает. Сейчас, если где-то увижу такую историю, я вам сейчас покажу. Ой, какой-то гнилой. Так, режем его. Это как гной прямо из него пошел. Фу, некрасивый, да, кислова? Так. Кого вам показать? Вот здесь мало на этой. Так, я, получается, отвлекаюсь и ни то, ни другое не делаю, не чищу. О! Отломила. Отломила. Откуда ты? Нет, это не отломилось. Это с точки роста отвалился новый листик, но он уже как бы отгнил. Попала вода, что ли, туда? Девчонка, это от тебя такое? У нее все там чисто, не пойму. Так, это кто мне тут такой сюрприз, кого тут махала?
Не пойму, откуда. Ну, это, знаете, что не страшно. Это говорит о том, даже если это так случилось. То есть, вот я не вижу, правда, откуда. Откуда он взялся, этот листик? Что это? Из тебя? Так, ладно, не буду тратить ваше время. Даже если такое случилось, вот, кстати, листик хотела убрать, он тоже уже сам убрался. Мы его удаляем. Я до последнего не удаляю вот такие листы. Ну, сейчас я его хотела в любом случае удалить, потому что, чтобы она глубже села. Так вот, если в итоге это действительно у меня листик с точки роста, и с точкой роста что-то там не то случилось и какие-то проблемы, то эта орхидейка просто начнет давать деток. Со временем она погибнет. Но до того, как она погибнет, она даст детей. Поэтому я, честно говоря, сильно и не переживаю по этому поводу. Сама она вся весьма хорошо себя чувствует. Сейчас, секунду, я возьму пинцет. Тихо-тихо. Просто тут пальчиками неудобно подлезть, а мне надо снять все, что осталось от этого старого листа. Заодно вот открываются тут корешки. Он, этот листик, он отмер для того, чтобы, вернее, его пробили корни. Ну и, соответственно, он помер. Так, все, не буду дальше ничего там трогать. Все, ну вот у нас уже сверху вот отсюда лезет еще корешок. Корни здесь хорошие. Вот, кстати, тоже, смотрите, вот пробитый лист корнем. И он со временем, этот лист, тоже отомрет. Но пока я его не буду убирать. Пускай этот листик у нас будет. Так. Все. А, вот тут я хотела отрезать. Показываю я там, что я делаю. Ну, в принципе. Чем хороша такая посадка? В любой момент можно вытащить орхидею, что-то там дочистить, почистить, убрать. Так вот еще. Вот, кстати, он, конечно, помер, этот корень. Но вот пример. То есть вот он был корешок. Он начал отмирать, и он дал боковые вот эти почки. Но сил развить ему, скорее всего, не хватило. И отмер корешок весь. Либо сил, либо там были нарушены какие-то. Кстати, вот этот корешочек, между прочим, живой. И он, возможно, еще будет жить. Не буду удалять, оставлю. Отомрет окончательно, ну, пожалуйста. Туда тебе дорога, хочешь. Как бы никого жить лишний раз не заставляем. Так, все. Красотуленько. Так, тут вот у нас что-то. Корешочки. Я подозреваю, что вот есть у меня корни, которые чуть-чуть, кончики подгнившие. Я подозреваю, что я их могла подсжечь. Как правильно сказать? Удобрением. Поэтому всегда очень стараюсь осторожно быть с удобрениями. И все-таки лучше не докормить лишний раз, чем вот. Вот так вот, такое вот будет происходить. После пересадки сейчас я ее поливать не буду.
хотя бы пару дней, чтобы зажили все вот эти ранки, которые сейчас у нее появляются, появились. Так, все, плохого убираем. И поехали в новый домик. На дно мы добавим мох. Небольшой слой, только для того, чтобы это был как фитиль. То есть как вот на донышке фитилек, он его будет этот поднимать влагу со дна. Так, теперь мы заправляем аккуратненько наши корешочки, не торопясь, естественно, потихонечку. Хотя если что-то где-то поломается в орхидейке, она зарастит. То есть если вот корешочек перегнется и поломается, то это в принципе ничего страшного. Без полива она его за несколько дней зарастит, будет такой как бы рубчик. Но все равно не хочется ничего ей ломать. Хочется максимально корешочки сохранить. Как бы понятно, да, что у нас, если ломаются руки, там ноги зарастают. И потом со временем все равно это дает о себе знать с возрастом. Поэтому вот, видите, хорошо, как она ушла туда вниз. Но особо ничего не помогло. Лопухи как висели лопухами. В общем, девчонка, что мне с тобой делать? Не знаю, какую тебя лазу пихать. Но глубже уже, это ей надо тогда вот еще выше вазу. Корешочки туда глубже уйдут. Сейчас я ее потихонечку попытаюсь. Не буду отключать камеру. Те, кому скучно, можете отдыхать. Включить перемотку, посмотреть в конце, что получилось. А для тех, кому интересно... Нет, друзья, боюсь. Ну что ж, ну ничего страшного. Я думаю, что она со временем к этой баночке привыкнет. Вот эти листики она еще отсушит. Они, кстати, немножечко даже и мягенькие. Это листья с реанимации. Так. Что-то еще. Ай, пешки. Ну нет. Все, это максимум. Короче, ничего особо не изменилось. Ну, за топ мы почистили корни. Она будет стоять выше теперь. И за счет того, что она в любом случае будет выше, если у меня тут какие-то будут возле нее цветы, им будет тоже место. Ну, хотя бы так, друзья. Да? Во всем надо искать положительное. Так, и теперь я ей добавлю мха. Вот этого вот. Буквально мне надо чуть-чуть его для того, чтобы сделать фитиль вот этот на место вернуть. Мне нужно, чтобы... Вот этот мох касался мха, который внизу. Вот он его касается. Все. Так. Теперь вот этот мох будет касаться того мха, который касается нижнего. Теперь вот этот мох. И вот он получается у нас такой вот фитилек, да? С этой стороны корни у нас голенькие. И ей это очень нравится. Они дышат все, проветриваются. А здесь у нас вот эта водичка, она пойдет и будет вот эти корешочки питать влагой.
Можно единственное добавить вот куда-то сюда. Сейчас еще мха чуть-чуть. Немножечко. Я на лето больше ложила мха, а сейчас к зиме я наоборот стараюсь его поубирать из орхидей, чтобы они просыхали быстрее. Влага, чтобы долго не задерживалась, чтобы орхидейка попила и просохла. Так. Мох у меня тут немножечко остался от посадки прежней. Его я уже, наверное, не буду ложить. Он не нужен. Так, поливать я сказала, что сейчас не буду. Пару дней. Пусть зарастут ее болячки. И бонусом, друзья, хочу показать вам папоротник платицериум, который я недавно спасала. Я показывала как. Сказала, что поставлю его в тепличку. И как бы хочу показать, как выглядит моя тепличка. Это, конечно, не очень эстетично, скажем так. Хотя относительно как бы неплохо, я так думаю. Такой вот прозрачный пакет, из какой-то Wildberries что-то было в него упаковано. Он хорошо стоит, держит форму. Здесь я защипнула его резиночкой. Маленькие там дырочки остались слегка. Но в основном, даже если вы его закроете плотно-плотно, то тоже ничего страшного. Вот. Еще у этих пакетов бывают дырочки вот по периметру прорезанные. Можно сделать и так, если вы боитесь. Но на самом деле это не страшно. Тут у меня получается он был залитый. Я добавила сухой грунт. Сухой грунт, я смотрю, уже чуть-чуть увлажнился. Но в целом здесь уже сейчас он не залит. Он просто сейчас приходит в себя и наращивает корневую массу. Такая тепличка для тех, для новичков, у кого еще нету там миллион контейнеров каких-то хороших, шикарных, дорогих, или там специальных шкафов, теплиц, флорариумов. Вот. Это вот простой способ. Можно брать не обязательно такой прозрачный пакет. Ну, мне как бы, ну, хотя бы какая-то эстетика, во-первых. И плюс сюда, естественно, свет к нему лучше проходит. Это, скорее всего, в первую очередь. И, соответственно, развивается растение быстрее. Вот, друзья, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, моя пересадка была вам полезна. Какие вопросы есть, обязательно задавайте в комментариях. Всех люблю, целую. Пока-пока, ваша фея цветочная.